субботу, 16 апреля, во всех районах города пройдет муниципальный субботник в рамках месячника по благоустройству, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Вместе с представителями коммунальных служб, общественных организаций, муниципальных служащих и волонтеров в генеральной уборке примут участие неравнодушные горожане. Гражданам, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, раздадут необходимый инвентарь. В Самарском районе состоялось заседание общественного совета микрорайона номер 11 «Соборный», информирует в своем телеграм-канале «Самарский внутригородской район». На мероприятии подвели итоги года, наметили планы на будущее и вручили заслуженные награды жителям. Активистов района проинформировали о действующих программах по благоустройству, обсудили тему предстоящего субботника, а также затронули вопрос о вакцинации от COVID-19. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют о единовременной социальной выплате инвалидам на ремонт жилого помещения. На нее имеют право люди со статусом первой, второй и третьей степени ограничения в передвижении. Выплата предоставляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Необходима регистрация по месту жительства в Самаре. Городской департамент образования в своем телеграм-канале приглашает принять участие в городской социально значимой акции «Письмо Победы». Оно должно отвечать следующим требованиям: художественный вкус, выразительность, соответствие тематике акции, орфографическая, пунктуационная грамотность и эстетичность оформления. К участию в акции приглашаются волонтерские отряды образовательных учреждений и дошкольники.